Филат. Русское мужское имя Филат на самом деле имеет греческое происхождение и произошло от греческого «эофилактос». Если точнее, то происходит оно от греческого слова «теос», что переводится как «бог», и «филасо», что звучит в переводе как «защищать» или «оберегать». У нас же его истинной трактовкой принято считать словосочетание «богом охраняемый». Это имя некогда было довольно популярным. Сначала оно было распространено в Древней Греции, а затем появилось и у нас. Сейчас встречается не слишком часто, но при этом имеет сильную энергетику, а потому считается одним из наиболее сильных в плане воздействия на носителей. На данный момент имя Филат считается одним из редчайших имен, и по статистике приходится не более чем на 2-3 мальчика из 10 тысяч новорожденных. Значение и энергетика имени Филат. По главной версии, мальчику, над которым покровительствует значение имени Филат, должны принадлежать в первую очередь такие черты, как меркантильность, расчетливость, пунктуальность, планомерность, осторожность, честность, чувственность, практичность, непостоянство и любвеобильность. Но это далеко не все черты, что могут сулиться данным именем. Значение может одарить носителя этого имени еще и общительностью, коммуникабельностью, принципиальностью и целой кучей других не менее важных качеств. Конечно, не обойдется и без недостатков, но скорее всего они будут столь незначительными, что о них не стоило бы даже и упоминать. Куда важнее то, что у этого имени просто неимоверно сильная энергетика, и это в свою очередь может дать массу преимуществ носителю. Самым главным достоинством всех носителей имени Филат является то, что они никогда не прибегают к хитростям или интригам ради достижения своих целей и никогда не позволяют себе обижать людей, даже малознакомых. Филат плохо относится к людям, которые пытаются манипулировать другими, хотя сам может быть склонным к этому. А еще все филаты без исключения ненавидят людей, которые жалуются на плохую жизнь, но при этом ничего не делают для того, чтобы ее поменять. Астрологическая символика имени Филат. Камень-талисман – Оникс, планета-покровитель – Сатурн, покровительствующая стихия – Земля и Вода. Животный символ – удод и крот. Растительный символ – тмин и рута. Лучший зодиак – водолей. Число Филата – 3. Символический металл – свинец. Счастливый день – суббота. Идеальный сезон – зима. Филат в детстве. С раннего детства мальчишка по имени Филат наделен такими качествами, как гибкость, дипломатичность и маневренность. Ему легко удается ладить с родителями, а конфликты и разногласия в общении с ним случаются очень редко. Правда, у этого сообразительного мальчугана есть один серьезный недостаток, который регулярно вызывает недовольство родителей. Это его лень. Несмотря на то, что у него просто блестящие способности, он абсолютно не расположен к получению знаний и ужасно не хочет учиться. Маленький Филат обладает тонкой и ранимой натурой. Поэтому он близко к сердцу принимает любые насмешки или шутки своих сверстников. Более того, насмешки могут заставить его замкнуться внутри себя или даже впасть в депрессию. Правда, иногда и он может вспылить и ответить на грубость обидчиков такой же грубостью. В отношениях с ребятами у Филата в принципе больших проблем не возникает. При желании он довольно быстро находит себе компанию и заводит друзей. Филат-подросток. С течением времени характер Филата меняется. Став подростком, он уже начинает менять свое мировоззрение, а к его характеру могут добавиться новые, не всегда положительные черты. В юности Филат начинает увлекаться спортом, тянуться к музыке и искусству. Он с удовольствием слушает классическую музыку, а возможно и сам играет на каком-то инструменте. Этот юноша любит побыть наедине с самим собой, часто бывает на природе. Спорт он также любит. Правда, предпочитает только одиночные виды спорта. К девушкам особо трепетных чувств он не испытывает, хотя сам нравится многим девчонкам из окружения. Да и вообще в отношениях со сверстниками Филат придерживается нейтралитета. Он слишком самодостаточная личность и не испытывает особой нужды в общении. Однако уже сейчас он не прочь поддерживать отношения с людьми, которые смогут быть ему полезными. Это свидетельствует о зарождении корыстности в его характере. В браке. Филат – это весьма своеобразный, самодостаточный, обеспеченный и привлекательный мужчина.
он не очень-то стремится к серьезным отношениям с дамами, а уж тем более к женитьбе. Зато у девушек он пользуется огромным спросом. А еще он может вести двойную личную жизнь в самом начале романтических отношений, опасаясь ошибиться в выборе партнерши. Его сердце сможет заполучить та женщина, которая, предоставив ему абсолютную свободу, сумеет построить вокруг него настоящую семью. Тогда его отношение к ней резко изменится. Он будет носить свою супругу на руках и полюбит ее всем своим неприступным сердцем. Кроме того, жене Филата придется постоянно поддерживать и подпитывать его интерес, ведь он все время нуждается в новых ощущениях и приключениях. Также супруге мужчины по имени Филат нужно быть высокоинтеллектуальной и сообразительной дамой, ведь глупых женщин он презирает. В зависимости от того, какие у него отношения с избранницей, его поведение в вопросе верности также будет сильно меняться. Если он искренне любит супругу, то будет верным, надежным, честным, порядочным и заботливым супругом. Однако может быть и по-другому, если Филат женился по холодному расчету. В таком случае он, не стесняясь, будет заводить интрижки на стороне. Обязательным условием счастливого брака с Филатом является признание его главенства в отношениях. Филат как отец. Долгое время Филат не стремится к отцовству. Да и позже, уже даже создав семью, он не торопится заводить детишек, поскольку не желает взваливать на себя дополнительные обязанности. Супруге Филата не стоит давить на него и торопить его в этом вопросе. Он непременно скажет ей, когда почувствует свою готовность стать отцом. Незаботливым отцом его назвать нельзя. Он по-своему очень любит малышей, заботится о них и старается обеспечить их самым лучшим. Возможно, он не слишком много времени проводит с детьми, однако он успевает принимать активное участие в их воспитании, где проявляет строгость и стремится приучить их к дисциплине. Возможно, таким способом он старается приучить их к порядку в жизни, ведь ему самому это далось очень трудно. Даже когда его дети будут уже в более старшем возрасте, он будет стремиться и дальше управлять их жизнями и влиять на их решения касаемо будущего. А вот мнение супруги в этом вопросе он учитывает далеко не всегда. Совместимость. Это имя имеет просто прекрасную совместимость со множеством женских имен, как русского, так и иностранного происхождения. Лучше всего для создания крепкого союза мужчине по имени Филат подойдут женщины с такими именами, как Варвара, Анастасия, Ольга, Милана, Арина, Алина, Алиса, Диана и Кристина. При желании Филат сможет ужиться и с дамой по имени Юлия, Марина, Ирина, Эмилия и Ангелина. Однако в таких парах отношения нередко будут портиться, в частности из-за противоречивых характеров и ревности. Абсолютно несовместимо имя Филат с такими женскими именами, как Наталья, Вероника, Антонина, Анастасия и Елена. Отношения с ними просто обречены на неудачу. Никакого совместного будущего у такой пары быть не может.